По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида-детектива. Эй, мистер, мелочи не будет? Извините, пардон. Ты знаешь, где Иерихон? Thank you.
Иерихон здесь. Зуб даю, всех пыли оставит. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну... Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует забыть об этом, начать заново. Что скажете? Знаешь, у меня пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. Но если ты думаешь, что мы друзья, ты правда редкий болван. Пожалуйста. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Приятного аппетита. Спасибо. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды, и андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь.
Позволите личный вопрос, лейтенант? За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь. С отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Конор! У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет. Который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Уже зря притащились. Он ушел. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А.
Мне надо на воздух. Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2407. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значат для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. В электронной читалке нет аромата. У нее...
Страницы не желтеют. Но тебе-то этого не понять. Везде эти сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай! Я же ничего не сделал. Я хотел на свободу. Если сдашь меня, сам знаешь, что будет. Модель 87400-4961. В твоей программе обнаружены серьезные сбои, включая ошибки 4 класса. Ты признан неисправным и отправишься в Киберлайф на деактивацию. Ты стой, где стоишь! Ублюдок! Ты видел, что я сейчас упаду, но насрать, ведь главное задание! Мне пришлось выбирать. Мне показалось... Я вообще кто? Статистика? Нолик или единичка в программе, а? На живых людей вам плевать. Господи. Вижу, вы расстроены. Я неверно оценил ситуацию. Да пошел ты со своими оценками!
Иди сюда. Зачем ты это сделал? А так? Ты один из нас. Заткнись. Помогаешь людям. Для них ты просто раб. Я сказал, заткнись! Ну все. Р-А-9, спаси меня. Эй, какого хера? Охренеть. Сраные андроиды. Thank you.